Чат, доброго дня и хорошего настроения. С вами Зерк и RDDPY, наш зритель, который сегодня внезапно выиграл возможность постримить вместе со мной самый настоящий чемпионат под названием Home Story Cup. РДД, привет. Приветствую всех, кто сейчас будет смотреть за этим. У нас тут игра между Liquid Clam'ом и Zone'ом, который только что показал фантастическую игру против Су. Удивительные стратегии под названием «Я строю все здания подряд в течение 10 минут. И выиграю при этом». Это сделал Zone. Погнали. Итак, Терран появляется у нас с левого края карты, а Протосс с правого. Какие же билды они пойдут? Как думаешь, будет прокси какое-то от Zone, от не Zone? Если эту игру он проиграет, то обязательно будет прокси. Уверен. Точно. О, да, спасибо. Угу. Чат, молодец. Теперь мы знаем, кто из вас смотрит игру. Красавцы. Ну, болею за крутецкий контент. Конечно, Клем мы увидели очень контактный, быстрый, резкий, предприимчивый и неожиданный игрок. Однако, даже одним простым дропом гиллионов против сталкеров он умудряется убивать по 15 рабочих. Виртуозное исполнение страт. А что начало у игроков абсолютно стандартное, они не рискуют делать что-то. Да, ты так уверен? Ну, это может быть и разведывательный пилон, не обязательно что-то. Разведывательный пилон. Ну а что, я помню, года два назад все так делали. Разведывательный пилон, теперь я слышал все. Ну все, это прокси. Это очень жесткая страта, и я с удовольствием расскажу, что это, потому что я Гомера, вот своего ученика, который вышел в ГМЛ пару лет назад, 13 лет, учил этому билду. Это очень жесткая тема, это страта, убивающая любого тирана железнобетонно, просто любого. Если, конечно, он не бабхакер. Суть заключается в том, что делается очень быстро один из гейтов. Один на базе, один под базой соперника. Именно против Террана. То есть против Тоса такое тоже может сработать. И даже должно сработать. Но против Тосов редко такое исполняли, как правило, профессиональные игроки. Поэтому я говорю на основе Тиранов. То есть это супер быстрый прокси-гейт, с которого будут делаться ультра быстрые сталкеры. И как вы заметили, у Нексуса есть три буста, на которые он сейчас будет, которым будет кидать в гейты. Но я вижу заказанного адепта, а в другом гейте сталкера. Ну смотри, строится бункер, и, к слову, Клем как-то очень поздно поставил реактор. Довольно долго ждал. Он заказал морпеха. Да, может быть, сделал небольшую паузу, но в любом случае он понимает, что сейчас его будут давить. Он выводит вперед Марика, ему нужна информация, он видит пробку, выводит с собой дополнительных КСМ, выигрывает драгоценное время. То есть бункер железно достраивается. Эта игра начинается уже с агрессии, с очень интересных агрессий. Но хватит ли сталкера, чтобы пробить Клему? Вот это вопрос. Смотри, делается Гелион. Решил не делать лабораторию с танком, все-таки решил сделать сначала Гелиона. Не уверен, что Гелион поможет против сталкеров, однако только против Зилка он более-менее эффективен, но сталкеров-то здесь уже два, и плюс Зилы с адептом. Подниматься наверх. Зон как к себе домой решил забраться войсками. Морпехам приходится выходить из бункера, чтобы подраться с Протоссом. У Тирана реально начинаются очень большие проблемы, потому что в заказе на заводе сейчас делается лаборатория. А это значит, что никакая минка не заказана. Второго бункера в продакшене нет, и делается циклон. Через 30 секунд он будет готов. РДД, у меня очень страшные предчувствия. Может ли Клем продержаться? Это большой вопрос. Войска Протосса заходят на мейн. Ему приходится отдавать КСМ в очень большом количестве. Саму Нексу ставит параллельно. Но смотри, он смог продержаться. На самом деле чудо, что он отбился, потому что он своевременно вывел рабочих. Он потерял реактор на бараке, поэтому придется сейчас на него новые деньги тратить. И сейчас какое решение Зон может продолжить? Точнее, выбрать. Он выбирает блинк и, скорее всего, будет опять давить, как мы уже видели, он пытался делать против другого игрока. Но он не хочет затягивать эту игру. Возможно, да. Циклон, кстати, нашел прокси-гейт. Ух ты. Все-таки вот это... Протосс смог уничтожить 5 рабочих. Нет, смотри, он ставит третью базу. Идет стандартное развитие. Не будет пуша. То есть он бустит блинк. с двух гейтов. Заказывает третий Nexus. Он задержал сильно Терна в развитии. То есть Терн сейчас будет выступать вроде более пассивного игрока. То есть аккуратное расположение танков, медленный продакшн, поздний стимпак. То есть тайминги сбились. Сейчас придется подстраиваться под игру. То есть Тос навязал игру сопернику, и уже он ее ведет. И каждую секунду третий Nexus строится. Терран пока что использует завод как здание для пристроек. Просто переходит в морпехов с мародерами. Опять трехбазовый опенинг, да. То есть, чтобы его пехоты было много. Потому что микроконтроль у Клема хороший. Он грамотно делает подшаги. Он умеет очень хорошо хит-энд-ранить. И с двух бараков все-таки Тосу создать проблем каким-то выходом довольно сложно. То есть, просто получается мало армии. Тос без особых проблем с батарейкой, с доварпами это отбивает по дефолту. А вот три барака — это уже другая вселенная, потому что лаборатория раньше, грейд на щиты раньше, производство пехоты быстрее, армии больше, лимит мощнее. Все. Но Протас уже начинает атаку. Он привел сталкеров ровно под тайминг блинка к натуралу Террана. Но ему нечем подсветить наверх, у него нету иллюзии. Он не запрыгнет на мейн и не выиграет дополнительного времени. Но летит обсервер. Долго. Хотя... это будет критично. Хотя за это время можно как раз увидеть, как раскачивается третья база. Она раскачается буквально через, ну, секунд 40. Если получится выиграть время. Клем видит впереди сталкеров, но не знает, сколько именно их там. Это могут быть не все сталкеры, которые стоят там у Тоса. Разведать нечем. Прокси-гейт он так и не уничтожил. Демонтирован бункер, как по мне, это рановато. И, к слову, второй обсервер летит зачем-то. И сталкеры запрыгивают на мейн, пытаясь выбить щиты, которые КСМки пытаются отчинить. Смотри, как он пехоту справа повел. Рикол, блестящий мув от Зоуна. Да, он потерял три сталкера, но он сохранил хотя бы какую-то часть. Но он все еще сохраняет инициативу. И сейчас Террану нужно ее перехватывать какими-то атаками. И третья база раскачана. Да, Зоун впереди по экономике. Но у Тоса есть одно маленькое но. Очень много гейтов в производстве. Ему нужно сделать несколько доварпов, чтобы третий Nexus дал себя нормально реализовать. Как Лем сражается с армией Тоса в центре, он одновременно с этим делает дроп. Смотри, забирает пробку на Зелнаге и делает дроп. Нет. Он просто спалился и понимает, что дроп сейчас будет неэффективен. Видишь, он соединяет войска и будет ударять в одно какое-то направление. Либо под мейном с танками, либо в лоб. Куда пойдет Клем? Француз. Увидел Мортов. Гвардиан Шилд, батарейка. Серьезно, будешь драться? Он провоцирует, видишь, он выманивает Тоса. Он видит, что он стоит с двух сторон. Тос копится. Один танк, этого маловато. У Протаса сапплай-блок на 108-м лимите на 20 секунд. А вот это уже может быть критично. Совсем недавно мы проводили турнир, в котором не было пилонов, то есть не было сапплай-блоков. Вообще не было, в принципе, такого понятия, как сапплай-блок, оно отсутствовало. И это был очень прикольный турнир с очень интересной механикой. Мне просто в голову пришла идея, а что будет, если сапплай-блоков в игре не будет? И мы решили провести такой турнир. Замечательно прошел турнир. Знаешь, как играть стало приятно? Вот я, честно, в 2 раза больше удовольствия стал от игры получать. Но Клем меняет направление атаки, делая вид, что он типа отступил. Но Тос на это не повелся, он с Зилотом это дело проверил. Пехоты там очень много. Но часть Зилотов оббегает карту по контуру и напарывается на мину. Видно, они хотели сделать забегание, но уже не получится. Дело в том, что основной боевой лимит Протаса сейчас не такой сильный. То есть, да, в армии есть и морталы, но там очень большое количество пехоты по соотношению с этими сталкерами. Сталкеры для Терна не особо опасны. Тем более, пока у них апгрейдов не так много. Дабл-дроп был раскрыт вот этими забегающими зелотами. Да. И Протас сейчас в курсе о том, что к нему летит 2 медивака. Красава. Постоянно контролит Зоунагу, Зоун. Молодец. Здесь происходит сражение, но под батарейками на базе Тоса драться не сильно удобно. К тому же мины сейчас не могут дать профита. Они слишком далеко от сражения. Протас не подставляется под мины. Смотри, он перекопал их, выкопал. Сейчас танк разложит, пехоту похилит. колоссом, конечно. На время отвлечь Тоса. Ай, Нексус. Тос не дал за него бой, хотя там тирана-то осталась уже половина от основной армии. Да, но четвертая база уже почти достроена. Тос сейчас переведет рабов и потеряет немного. А вот сможет ли Терран увести этот лимит оттуда? Но смотри, вторая группа Террана атакует снизу. А если четверный дроп сейчас замутить на мейн? Ну, так как войска далеко, то смог бы потерять большую часть производства. Фокус Нексуса. Но Тос довольно близко. Вау. Мины ударили по пробкам вместо боевых юнитов. Это выгодно для Терна очень разменяться. Ну, точнее, невыгодно для Терна так размениваться, потому что он лишился мин, а забрал только 4 пробки. Неэффективно. И здесь Протос начинает ловить Террана на Зелнаге. Ты смотри, Зоун очень борется за эти Зелнаги, причем сразу за обе, потому что сверху стоял Зила. Круто. То есть он постоянно по одному юниту отсылает, чтобы контролировать карту. Только он до сих пор на нижней Зелнаге не убрал мину. А здесь было забегание, минус 3 рабочих. Угу. Давай проверим, сколько потеряно рабов. Протос уничтожил 15 КСМ. Смотри, атака воб с колоссом. Довольно опасная. Но там мародеров целая пачка. Стрелков-то больше нет. Приятно. Зиоты должны помочь. Зиоты вперед! Тос по частям нападает. Он не собрал весь свой лимит. Видишь, он второго колосса не дождался. И Зиотов тоже не дождался, а вступил в сражение. Теперь викинги начинают разбирать колоссов. И их уже не спасти. Мародеры их догонят 100%. Да! Но сверху идет атака Зилотов на третью базу Террана. По-моему, не самое лучшее решение, когда Терран тебя пушит в лоб. Но здесь есть батарейки и часть боевого лимита. Это не пробить сейчас таким количеством пехоты. Уже начинает харасить экономику Зоун. Какая динамичная игра, заметил? Очень быстрая. Безумно быстрая. Тут комментировать все события крайне тяжело. У тебя хорошо получается. Заметь, постоянно на карте, что Протос, что Терран управляют двумя разными группами юнитов. То есть они не сводят свои лимиты в один кулак. Да? Ауч. Смотри, Тос переходит в пятую базу. Но простоит ли она? Если сейчас Терран ее обнаружит, то очень быстро сможет отменить. Дело в том, что там гасты, а у Тоса нет ничего, что может гастов законтрить. Вот в чем большая проблема. То есть ни дизрапторов, ни тамплиеров. А, дизраптор, кстати, со спины подошел, но не попал. Не попал, мина уничтожила 7 рабов Тосу на 4-й базе. Очень большая потеря, на самом деле, 7 рабов сейчас. Но опять же, батарейки. А в Нексусах есть энергия и есть батарейки, пробить Тоса безумно тяжело. Хорошая ЕМП. Нужно больше батареек, хотя денег сейчас на них нет. Снизу идет забегание зилутов, очередное. Класс, ну там планетарка, можно не беспокоиться. А можно пробежать мимо. Крепость. Можно пробежать мимо. Ха-ха, их перехватили. Но самое главное, клем в лоб идет. Меня слышно хорошо? Да-да. Задержка. Ну, пока дизрапторы не показывают нужной эффективности, они уничтожают всего по пару юнитов. Видишь, дистанция какая, как Клем реагирует. Он успевает увидеть дестабилизатора и сделать шаг назад, расплетить армию. Пачка зелков в ближнем бою, с колоссами дерется Тос. Еще выходит два новых диза, если они попадут хотя бы один. Ну, были кинуты удачные ЕМП, теряется Нексус. Вау! Один диз попадает. Все равно Клем смог дожать. Как же Клем хорошо чувствует игру. Он подходит, когда надо. Отходит, когда надо. Блин, он очень грамотно перегруппировывается. Вот реально стоит вот смотреть на такую игру и понимать принципы управления пехотой против технологичного Тоса. То есть ни один диз не попал хорошо. Вот просто вообще. И как только он увидел, что два диза в кулдауне, он подошел вперед, просто всех 3 дизов забрал. Это очень классно с его стороны. Очень высокий уровень Терран показывает. Ну, хочу сказать, что по графикам они шли примерно на одном уровне до 11 минуты. После 11 минуты все-таки Клем смог справиться с забеганиями, его экономика пошла вперед. Думаешь, что много отдавал на забеганиях? Ну, он достаточно забирал этим. Ну, считай, 2-3 Зиота почти всегда убивали там 2-3 КСМа. Ну, не всегда это было выгодно. Так вспомни, с чего игра еще началась-то, самое главное. С поджима очень сильного. Ну, Зоун заставлял Клема убирать рабочих. То есть его целью, как я понял, 2 зилтами было не уничтожить там 10 рабов, а все-таки заставить их уехать с базы на какое-то время. Угу. Да, да. Но как только появилась 4-я база с планетарной крепостью, экономика Клема сразу начала расти. Прямо без каких-либо падений начала расти. Итак, второй матч. Круто. Сейчас Зоун, наверное, будет крайне агрессивно пытаться закончить игру. Не испугается? Ему нужна гарантированная победа. Играть против Террана в макроигре. Тут никто не может гарантировать победу. Итак, пока у игроков идет развитие, Зерк, как думаешь, Зоун все-таки решится пойти в Дарков хотя бы один раз? Ну, вообще было бы очень неплохо. Я думаю, что нет, но я хочу увидеть, что да. Ну, определенно у него есть страты, которые можно было бы поюзать, но вот раз одна не сработала, я думаю, чисто морально сейчас Клем уже готов к каким-то приколам со стороны оппонента. То есть каким-то необычным, рисковым стратегиям и так далее. Это, мне кажется, даже психологически стоит Зоуну сыграть что-то понадежнее. То есть не то, что уходить в оборону, а просто не рисковать сильно, потому что все-таки это best of 3 до 2 побед. И если он проигрывает эту карту, он проигрывает матч. Ну, надо как-то придумать Зоуну, как Клема выбить из колеи. Но он очень стабильно играет. То есть Клем не боится драться, он не нервничает особо супер сильно, не переживает, не мискликает. То есть играет надежно, через 3 барака. Пехота клепается очень хорошо. Не играет в супер ранние апгрейды, что позволяет ему 3-ю базу раньше ставить. То есть игрок, он реально хороший, вдумчивый. Ну, пару лет назад я видел, как он очень быстро сыпался, особенно если первую карту он проигрывал. Тут же, так как было 3... Важно первую игру выиграть морально. Мораль очень сильно решает. Не думайте, что это какая-то абстрактная вещь. То есть, если ты там не уверен в себе, считаешь, что ты слабее, заранее уже сказал, типа, ну ладно, я уже не выиграю, или ситуация в игре плохая, то есть ты сдаешься, не цепляешься за игру, ты уже и во второй игре будешь играть еще хуже. Вот. Ему пришлось 3 рабочих выводить. Одного на разведку и 2 ради того, чтобы поставить базу. А у нас идет стандартное развитие от Протосса и от Террана. Никаких особо уникальных стратегий они не показывают с самого начала игры. Ну, один раз он уже рискнул. Зачем рисковать второй? Сейчас приходит Риппер. Риппер просто для разведки или Клем все-таки будет харасить? Интересно. Но он попытается забрать хотя бы одного рабочего, но, как правило, адепт появляется по таймингу, так как многие протосы бустят первого юнита в гейте и заранее уже подготавливаются к приходу этого Риппера, чтобы рабочих не терять. Да, турнир проходит в Германии на LAN-основе, все игроки находятся на месте проведения. 31 профессиональный игрок из разных стран, плюс наш русский Skillboss. Сегодня второй игровой день турнира, Homestar Cup номер 21. И для вас комментируют Зерк и RDDPY. Я хочу отметить, что Терран смог разведать все, что ему требуется, кроме Сумеречного Совета. Поэтому он уже должен понимать, что это идет более стандартная игра, чем предыдущая. Не пускает адепта на мейн. Но что он хочет сделать одним Гелионом? Не знаю. Наверное, проехать? Смотри, на заводе построилась лаборатория и меняется космопорт. С заводом местами делается Рейвен. Зачем? Точно не знаю. Может, он хочет харасить с помощью турелек? Карта для хараса турелями не очень подходит. Здесь мало воздушного пространства. А тем временем у Зоуну уже наполовину, даже более, доделался Блинк. Блинк-то штука стандартная. Ну, но... ставится пилон и выход на третью базу Протаса. 4.20 через 2 гейта Блинк Роботикс. Выход на третью базу. Ну, это, конечно, стандартно сейчас для профессиональных процессов в принципе, но в глобальном смысле, опять же, если играете на ладре, или если не уверена, что делает соперник, а Зоун, в общем-то, не видел вообще ничего, что делает его оппонент, вслепую третью базу тыкать такое себе, ну, я считаю. Однако он делает колосятню и собирается, судя по всему, сделать быстрого диза. Или это опять дроп колосса? Судя по действиям Клема, он сделал Рейвена просто для того, чтобы... не допустить дарков. Видно, он боялся прокси дарковни. Потому что космопорт опять улетел, и лаборатория теперь стоит на бараке. Призма с 4 сталкерами летит к Террану. И Ворон собирается все-таки... А, Ворон хочет зависнуть между второй и третьей локацией, чтобы кидать автотурельки в минеральные зоны. Я понял. Там танк. Какая застройка у Клема четкая. Но здесь танк. Сможет ли он дропнуть? Дропнуть-то сможет, а вот забрать экономику вряд ли получится. Приходится возвращать сталкеров, чтобы не потерять их. И это не дроп. Ворон... Да? Ворон подлетел ко второй базе и кинул турельку. Все-таки это харас турельками. Ну, хоть не ракетами. Но сталкеры дома очень быстро разбивают турель. У Клема идет полностью стандартное развитие для пехоты. Стимпак, правда, еще не готов, но уже вот-вот появится. Будут щиты. И первый играет на атаку Марик. Протас тем временем уже вышел в 3 базы. Клем ему не помешал занять третью базу. Выход так сильный, кстати, да? Да, это очень сильный выход от Террана. Чуть-чуть помедленнее двигай, дергай экраном, не так быстро. То есть лучше кликать по миникарте, чем переводить прям быстро так мышой. Я иногда твою ульза просто включаю. Там дизраптор, смотри, с хайграунда опасный момент! И все-таки Клем разбил на 2 части армию. Писец, он потерял одного юнита. Он не просто отступал назад, он разбил часть вперед, часть назад. И таким образом... Посмотри, что сделали с колоссом. Матрица в колосса. Его уничтожили. Но подходит... Нет. Подходят сталкеры близко к танкам, они забирают танк, но колосс был убит, И все рабы на третьей локации также погибли. И прикинь, это атака с 2 нычек. Вот помнишь, я говорил про 3 базы, да? То, что она была раскачана, она была построена, все замечательно. Но Клем играет в кучу бараков. Была потеряна призма, как же это неприятно. Но все-таки есть еще один колосс, он может догнать эту пехоту, но идет дотекание от Террана, оно уже близко. Эту базу очень тяжело спасти. Зоун потерял призму, он сейчас не может разводить Террана на мультитаск всякими харасами. Пехота начинает атаковать третью базу. Здесь только один колосс. И колосса забирают. Шлем побеждает. ГГ. 3. Вы понимаете, вот насколько Клем хорош? В производстве, в давлении, в микроконтроле. Я просто на секундочку покажу вот этот момент реакции на дизрапторы. Посмотрите очень внимательно, как он среагировал. Давай посмотрим в замедлении. Я уже показываю выход. То есть атакует Клем, видит сталкера, не видит, что на возвышенности. Подходит наверх, в него уже летел дизраптор, когда он поднимался. То есть идеально заранее его выстрелил. Реакция Клема. Раз, секунда. Он просто потерял одного марика. То есть любому другому тирану сейчас Протос просто навалял бы по щам. Он за 1,5 секунды отошел назад, расплетил армию в 2 части, вколол стимпак и среагировал, поднимаясь наверх. Это вообще просто как... Ну, это невероятные чудеса реакции, на самом деле. Все старкрафтеры сейчас сами прекрасно понимают, насколько тяжело повторить такой трюк. Да. Особенно, если ты не готов к этому. То есть это же было первое появление дизраптора в этой игре. Да, да. И знаешь, в чем смысл? Терран идеально словил тайминг. Ну, это стандартный тайминг, там, 7-7-30, когда он делает выход с 3 бараков с танками. Он вырубает колосса в моменте, пока еще не готов второй, пока не изучена дальность, и когда в заказе 4 гейта, у Тоса 900 минералов на руках в момент атаки тирана. То есть Терн идеально по таймингу приходит и нападает в тот момент, когда Тос просто не был готов. Чуть-чуть повнимательней к экономике и к бустам со стороны Тоса, он бы мог иметь уже второго колосса сейчас и иметь эти готовые гейты, потому что 800 минералов на руках — это 8 зелков. 8 зелков, плюс 2, плюс гварден, плюс 8 сталкеров, плюс колосс, это уже могут отбить. Но Ворон, который находился все это время из-под тяжка между 2-й и 3-й базой, не просто так здесь висел, отвлекал экономику. Он с самого начала, вы не поверите, ждал этой атаки, чтобы взять его и применить для этой матрицы. Ну или автотурелик, если бы это было актуально. Короче, Клем — это очень крутой чувак. И самое главное, вот эта единственная матрица, кинутая Вороном, и решила исход сражения. Просто во многом, да, она помогла. Выключение этого колосса просто срезало урон Тосу буквально даже более чем 2 раза. Просто из ниоткуда, из-за спины к сталкерам подлетает Ворон, теряется Ворон, кидает автотурельку еще и в придачу. Писец. И напал пехотой в эту секунду. Сколько там АПМ? Миллиард? Больной Терн. Как это вообще можно смотреть? Короче говоря, я в восторге. Надеюсь, вам всем понравилось. Это были очень интересные игры Клема против Зона. Это матчи турнира Home Story Cup. Я очень надеюсь, мы сможем много интересных игр выложить на канал. И если вы смотрите это на ютубе, отдельный вам привет. Приходите на стримы на твиче. И не забудьте поддерживать видосы лайками и комментами, потому что они будут помогать мне делать больше для вас интересных видео. Спасибо за внимание, ребята. Для концовки видео с вами были Зерк и РДД. РДД, спасибо за компанию. Спасибо тебе, Зерк.